В день комиссионного магазина я отправилась на шопинг и прихватила с собой бабушку. Ой, привет. Смогу ли я одеться с головы до ног на 1000 рублей? Сейчас проверим. А, давай выясним, у кого лучше получится. Баттл? Чтобы найти нужную вещь, нужно как следует покопаться. Но зато, когда найдешь то, что тебе подходит, эмоции через край. Наш бюджет 1000, да. Мне кажется, что мы вдвоем одеемся на 1000, потому что сегодня еще на все 70%. Ну, возможно. Проверим. Проверим. Оба наряда хороши, но кто нам поможет определить, чей образ лучше? Может быть, ты? Ну, тогда люди. Люди. Пойдемте. На улице. Мне очень нравится здесь акцентный шарфик. Очень красиво. И, в принципе, совпадает орнамент на вот платье и на шарфике. Прям супер. И очки красиво очень выглядят. Спасибо. А у вас супер яркие цвета. Мне очень нравится. Как вообще ты относишься к секонд-хендам? А, пациентам одеваюсь. Нормально. Очень, очень, да? Здорово. Да. Классные вещи. Не самая высокая цена, но качество всегда прекрасное. Кому же голос свой отдаешь? Голос сюда. Спасибо. Раз, два, три. Они сговорились 100%. Ну, по-летнему, конечно, по-летнему очень классно, но все-таки мне больше нравится вот этот образ. Ясочка, я за тебя рада. 2-2. 2-2. Решающий голос. Одного человека, который сейчас все решит. Да? Все решит. Что от меня требуется? У кого получилось? Чей образ вышел лучше? А, ваш или женщины? Да. Юли Ледочан Леонидовна. Ну, Юли, конечно. Ой-ой-ой-ой. Ну вы уж меня извините. Но бабушка не собирается уступать в этом фэшн-баттле. Поэтому мы идем дальше красоваться в образах за 1000 рублей. Вы можете домой посмотреть, он тоже полностью оттуда. Я дам голос бабушке. Мне больше понравилась ваша цветовая вариация. И то, как вы на себе преподнесли это платье. Очень красиво. День провели, просто шикарно. А образы такие собрали. Да, замечательный. Главное, не так дорого. Да, и людям всем понравилось, все оценили. Каждый выбрал, правда, свою кандидатуру. Ну, понятно, понятно. Каждому свое. Но, а что понравилось вам? Напишите в комментариях, а мы можем сделать вывод, что, в принципе, в секонд-хенде можно одеваться.